Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас веселый видосик мы на аккаунте моего подписчика Димы, и он попросил посмотреть его аккаунт. Я это делаю очень редко, расставить героев, потому что слил уже дофига ресурсов. Посмотреть, что и как, и, в принципе, прокачка будет интересна для многих без донатов. Вот я ему даже вытащил укротителя с бесплаточки за 150. Так, сегодня мы были на этом аккаунте. Русский Android. Сейчас мы чекнем, что у него по донатам. 82 Минотавра, половинка Минотавра даже собрана. Так, смотрим, что у него есть по ресурсам. Книжечки, сущностей дофига. Так, для прокачки камешков не так уж и много. Коробки, таланты есть. Отлично. Обычные коробки. Как видите, нету Минотавра, зато есть Зефир и Огник. Кто играет попозже с донатами, намного проще собрать героев, намного дешевле, нежели те, которые играли до этого. Так, поехали, посмотрим, что у него по алтарю. СО, в принципе, как вариант, если есть Огненка. Сейчас Огненка на героях намного лучше. Бум-бум-бум-бум-бум. Давайте сейчас посмотрим. Изначально давайте соберем героев для Архидемона. Тыковка. Топчик. Здесь надо суперсилу. Суперсила будет намного круче, но у него вряд ли она есть. Понятно. Попробуем потом поискать. Так, ну я вижу уже дофигище трешечка будет. Маскировка, ну такое. Вера я, кстати, так и не тестировал у себя. Надо будет потестировать. Надо Огненку. Однозначно Огненка покруче будет на PvP локациях. Ладно, поехали. Поменять, сменить. Там бесплатка вроде была, что-то оно так быстро сменилось. Давайте вообще изначально посмотрим, что тут делается по героям. Маска. Такое себе. Здесь вот однозначно плюс. Здесь надо Огненку. Грубая сила тоже Огненка нужна. Ожог пойдет. Огненка. Ну, видимо, что старые прокачки. Космо, в принципе, неплох. Девятка. Бог войны, печаль. Короче, дохрена надо всего качать. Так, ремка. Жесть. Короче, дохренища надо будет сейчас переставлять все. Так, ладненько, понятно, баст. Ну, я не буду сливать бога войны пока, потому что, ну, бессмысленно, но лучше пусть будет баст. Огонь жизни. Классная тема, но тоже не особо там актуально. Боги войны вообще нафиг надо повыбирать. Так, ожива. На оживу нам надо. Дерево готово. Готово. Седнушка. Седнушка, седнушка, седнушка. Где ты? Где-то я даже не посмотрел, кстати, какие у него герои есть, каких героев нету. Обушка. Космо есть. Королева волос, полярный лист. Оккультиста нету, землеройки нету, понятно. Тин-тин-тин. Седнушка есть. Бум-бум-бум-бум. Как неудобно, кстати, когда заходишь в чужой алтарь, ни хрена толком не видно. Так, понятно, поехали дальше. Гнев это
можно все пропускать, каменка тоже нафиг не нужна, нету смысла ее качать. Берс тоже на сегодня не актуален. Сейчас очень мало талантов, которые актуальны. Ложный, бессмысленно просвет. Как будто ты к нему, у кого есть скин для книг. Так, разбросик. Ну, вариант разброса. Череп у него, по-моему, с утеканием, если я не ошибаюсь. Жесть, конечно. Куда я подписался? Так, череп. Утекание, вторая разброс. Ну, по сути, душек. Как вариант, если он здесь есть. Как заходишь на чужую камеру? Куда я? Жестко. Душек и быстрый набор. Тихое укрытие я даже не рассматриваю как талант. Почему? Это та же самая каменка плюс блочка. Вальс клинков. Ну, единственный вариант кому-то поставить из допов на первое время. Вот поставим даже на Дрейка. Но если не будет дофига уклонения, это бессмысленно. Стойкость. Ищем Фрейку. Рейка, вальс клинков, второе пакт. Десятый вальс клинков. Снаряга. Она без уклонения. Этот вальс до одного места. Просто зря потратил рунки. Вот реально. Фрейя со стойкостью сейчас тащит. Но я не буду никому ставить. Смысла десятку сливать тоже нету. Дополнительной у него нету, к сожалению. Ну тут без разницы кому ставить, не буду я ему перекачивать. Так, само уничтожение нет. Бог войны — это однозначно прошлый век. Ремочка. Ищем Атлантика. Первая ремка у нас по-любому. Эта ремка выходит на Атланта. Потому что ремочный Атлантик должен быть. Так, огонь жизни. Стойкость опять. Блин, может все-таки влепить. Все-таки со стойкостью, ну, без уклонений этот вальс до одного места. Пакт. Я сейчас гляну, что у него по пактам делается. Пакт там у него 37. В принципе, пакт перекачаю со стойкостью. Потом глянет у меня видосик. Такс. Я бы слил и вальс, но десятки жалко. Так, стойкость, ракушка нафиг не нужна. Исцеление тоже бессмысленно. Такс. Коня нафиг надо. Милость пророка. Ну, пока милость пророка как вариант на героя, на архидемона, чтобы больше набивать. Ну, без разницы, какая будет фракция, это плюс один дополнительный удар. Все же лучше, чем ничего. Так, Ронин у нас с ожогом. Поехали дальше. Бог войны бессмысленно. Орка бессмысленно. Одни ожоги падают. Ракушка смысла нет. Че за прикол, блин? Так, разброс. Маскировка. Ну, за маскировку я уже говорил, показывал. К сожалению, она на сегодня не такая актуальная. Понятно, что для без донатов, там для мелких, она нормальная. Отлично. Так, огненка. У нас на огненку. Дохренище героя. Так, тут огненка есть.
нету маскировки эмблемой, да, походу? А, не, есть маска эмблемы. Вот, сил на PvP локации. Нету смысла десятку качать. Просто нет. Замедление, ну, я думаю, бессмысленно. Скорость нет. Так, вариант просто для книг. Так, оживо. Давайте вкачаем оживу на этом, на огнике, на десятку. Бог войны нафиг. Еще одна ожива. ПДшка. Ну, ПДшка, варианты, конечно, есть. Сейчас я посмотрю. У него на космо стоит. Ожива. Ладушка седьмая, ожива. СОС, в принципе, можно убирать. Поставим ПДшку. Какой вариант ему для волн нужен будет? Так, ткание, изворот, надо корка, нафиг не надо, разбросик, так, просветик, так, не то, не то. Дар жизни у него на Асуре. ПДшка. Дар уже стоит. Ну, здесь грубая сила, но не знаю. Такое себе. Так, Фрейка у нас собрана. Ну, Рину, бог войны, это вообще. Это прошлый век. Я сливаю это все. Ну нафиг не надо, ну куда? Так, ремочка. Пен ремочный есть, Афинка. Землеройки, кстати, плохо нету. На землеройку ремка бы зашла очень даже ничего. Так, командорка, дерево, Атланта у нас уже. Может, мало ли, где-то будет использовать. Ремка тоже особо на сегодня не такая актуальная. Так, утекание, дар жизни, нафиг. Ну, разве что на допов каких-то ставить. Ну, опять же. Так, блин, ремка. Вот это я втыканул. Надо было ремку на леди леву поставить изначально. Так, разброс. Так, поставим сюда просвет. Огненка, отлично. Следующая у нас огненка. Вороже есть, уходит на стрелка. Так, ярость нет. Вот, кстати, очень хреново. Кто заметил, очень хреново сейчас падают у нас расколы. Так, грубая сила. Ну, грубая сила, это, конечно, круто. Фактом. Она тоже на сегодня не настолько актуальна, как хотелось бы. Так, отлично. Отличненько. Против зефиров и прочих. Такс.
Кстати, хорошо, что хоть огненка падает на сегодня. Это она очень актуальна. Одна, наверное, из топовых, даже после обновлений. Один из топовых талантов. Так, милость. Тут поставили. Давайте поставим на стрелка. Ну, будут расколы. Ставим расколы. Стрелка ремка однозначно не нужна. Так, берс не особо актуален. Самостойкость нет. Дикаха нет. Видите, очень много талантов, которые по сути просто уходят в никуда. То есть они не актуальны. Их надо либо как-то реанимировать, либо нафиг они просто засоряют. Получается. И, ну, в принципе, с одной стороны, у вас уменьшается шанс на получение более топового таланта. О, вот это нормально, это пойдет. Раскол у нас уходит сразу же на ведьмочку. С бастом. Серьезно. Так, замедление. Отлично, еще одна огненка. Так, огненка, огненка. Ну ладно, пусть это пока не трогаем. Огненка есть. Тут тоже, в принципе, огненка у нас уже стоит. Я так буду по очереди. Я думаю, мы еще не одну огненку вытащим. Самоуничтожение. Утекание. Я же говорил, не одну огненку вытащим. Рэнк. Поехали дальше. Каменку, я думаю, даже если она у бездонатов есть, мало кто с бездонов ее ставит и качает. Потому что на сегодня получить кулаки намного проще. Так, ставим это. И купить те же самые коробки. Ну, в час возможностей намного больше. Сейчас такие таланты, как Бог войны, там каменка и тому подобное со старых, они просто, ну, нафиг не нужны. Так, замедление нет. Видите, шанс на раскол очень маленький. 100 коробок, мы только один раскол вытащили. Так, милость пророка, отлично. Ищем химку пока как вариант. Будут у нас расколы, будем ставить. Есть замедление, тоже на сегодня уже, к сожалению, не актуально. Ну, надо будет еще потестировать, конечно. Так, ищем. Это мы ставим сюда. Истинная вера. Ну, вот вера, я ее пробовал на Фрейе. Она, конечно, круто заходит. Стойкость. Плюс вальс. Но надо эмблема ему будет. Ну, если когда-то получит, все равно со стойкостью я оставлю. Ронин. Барда у него нету. Вроде я его не наблюдал. Оккультиста тоже у нас, к сожалению, нет. Поэтому поставим пока на Ронина. Отлично, поехали дальше. То есть это как варианты, которые на сегодня актуальны. Завтра может выйти обновление, и вот это все, что мы ставим, просто не актуальным быть. Тут дело такое уже. Так, утекание нафиг не надо, нафиг не надо. Вот почему нельзя убрать, вот как в сменках, чтобы не было вот этих пару секунд раздумий. Хотя бы два там щелчка надо, но было бы намного лучше. Так, бастик. Бомбастик. Yeah.
Отлично, еще одна огненка. Так, по порядку идем. Тут огненки стоят, Бигфут. ТУшка тоже не актуально. Гнев для допов. Каменная кожа. И воодушка, кстати, я смотрю, тоже очень хреново падает. Так, ТУ. Форка. Короче, половина талантов, которые падают, они просто не актуальны. Такс. Огник у него, к сожалению, один. На архивом. Космо ПДшка. Да, у него с рунами печально все. Космо тоже, в принципе, на архи используется как дополнительный вариант. Но пока он не пройдет волны за архи, он там особо париться не будет, думаю, но все равно. Так. Ведьма-укротитель. Стрелок у нас тоже уже сделан. Тыковка сделана. В принципе, вроде мы всех таких героев. Ладного у него единственное я не вижу, кстати, не наблюдаю. Наверное, он пропускал дни. Ладного нет. Значит, поехали. Еще пооткрываем коробочки, посмотрим. Ремочка. Ремочка, отлично. Она у нас идет сразу же на Лиди Лео. Перс не актуален. Смотрите, сколько талантов просто вот пустую мы открываем. Они просто не нужны. Он есть. Ну, таких вроде более-менее актуальных героев мы пораставляли. Дальше у нас следующий этап будет. Это чары. Так, отлично. Огненка еще одна. Такс. Там у нас бас. Тут у нас вроде все так более-менее... Арину есть, этого мы трогать не будем. Этот с огненкой, этот с огненкой. Но я бы тут тоже поменял. Ладно, там грубая, в принципе, если ремка включится сразу. Так, поставим сюда. Огненка сейчас самая востребованная. Ее можно лепить практически всем героям. Так, вот Дракула. Стойкость. Но водушка, кстати, тоже ни одна не выпала. Вот вам, ребятушки, рандомчик. Так, баст. Давайте до 300-200 коробочек сольем. В принципе, основные герои я ему уже повыставлял. Исцеление нужно сюда поставить и воодушку, и будет очень неплохо заходить на новые локации. Так, утекание, фигня, разброс, паст. Даже никому его по сути лепить. А шапка у нас еще есть. Ой, можно было шапки исцеления влепить для подземок, что я не подумал, тоже неплохой вариант. У него они вряд ли пройдены.
Так, еще одна ремка. Да уж. Бог войны. Блин, вот реально, как хреново падают определенные таланты. Они просто не падают. Огненко. Снеговик. Зачем снеговику огненко? Он, как и ниндзяк, должен давать чисто прокачку, книжки, силушку. О, вот это пойдет. Ищем нашего укротителя, так как он до сих пор не заменим. Меняем. Отлично. И скорость. Еще одну. Отлично. Смотрим, что у него пройдено по подземкам. 840 кошмарка. Восьмую он даже не начинал. Ну, я думаю, вы все знаете почему. Волны. Аиаджей. С его героями, в принципе, можно будет уже пробовать фармить. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите дальнейшей прокачки этого аккаунта. Надеюсь, это вам помогло. Всем удачи, всем пока.